Здравствуйте! Тема сегодня – преимущество двуручного пеха. Однозначно, и это контроль мяча. Двумя руками контроль намного лучше, чем одной. Специалисты говорят, где-то на 30-40% рука сверху при двуручном пэхенде отвечает за контроль мяча. Другая, которая ближе к головке, за мощь, точность и вращение. Как бы идет распределение обязанностей. При одноручном пэхенде вся нагрузка ложится на боевую руку. И надо очень постараться, чтобы все было на высоте. А это не всегда удается. И надо делать выбор, в каком направлении двигаться. Если увеличиваем контроль мяча, то теряем скорость и мощь удара. Или наоборот. Делаем выводы. Первое. При игре задней линии бэкхенд двумя руками надежнее и эффективнее. И это достигается за счет того, что двумя руками можно оптимально сочетать контроль и скорость. Второе. Прием подачи. Здесь двуручники лучше. Конструкция двумя руками более жесткая и надежная. Используя энергию подлетающего мяча, можно направить мяч в нужную зону и при этом не требуется там большого замаха. Третье. Удобнее выполнять удары по восходящему мячу с полулёта, драйв-олей. Четвертое. Двуручный бэкхенд позволяет играть равнозначно эффективно в разных стойках. В открытый, в закрытый, в полуоткрытый. Пятое. Ударная мощь при коротком забахе выше. Шестое. Удар двумя руками более быстрый и не нужна большая амплитуда замаха, как при игре одной рукой. Седьмое. Двумя руками за счет лучшего контроля мяча легче маскировать удары. И в завершение. В юношестве и профессиональном спорте двуручники количество значительно доминируют. С вами Баряев Владимир в программе «Креативно» о теннисе.